я хочу сказать, что в Казахстане в 2019 году был принят закон о кинематографии. Я являлся руководителем группы по разработке этого законопроекта. И мы изучали зарубежный опыт соседних стран, международный. Значит, тренды таковы, что необходимо развивать совместное производство. Совместное производство с, и выдвижением, значит, своего продукта на международный рынок. Потому что локально, может быть, мы можем гордиться своей историей, показывать его для своей аудитории, но необходимо выходить на международный рынок. То есть это какая-то коллаборация должна быть? Обязательно. Обязательно. То есть и коллаборация с зарубежными странами, то есть находить те проекты, которые объединяют. Вот замечательное название «Великий шелковый путь», то есть чему и посвящена конференция и фестиваль. И это же много открытых, ну, скажем, тем для исследований, научных, да, исследований, но и в то же время для визуализации. И вот как раз-таки тренды кинематографа — это то, что вы делаете, оцифровку своего национального кино. Это тоже очень важно, потому что все, что хранится в архивах, как вот мне рассказывали, в Узбекистане, например, очень сложно попасть в архивы и получить какие-то материалы, которые, в принципе, не засекречены. И то, что сейчас они оцифрованы и будут на отдельной платформе выведены в открытый доступ, это уже тоже новый тренд для Узбекистана, как минимум. И каждый желающий сможет найти для себя то, что он ищет. Не только исследователи, но и обычный зритель, дети, студенты. Кажется, с казахскими киностудиями какие-то совместные проекты планируются организовать? Вы знаете, мы уже сотрудничаем с коллегами. Просто наш институт специализируется на документальных фильмах. Я больше в этом вопросе, наверное, вам подскажу, нежели в художественных фильмах. Но буквально в прошлом году мы принимали, значит, кинематографическую делегацию, которая снимала в Туркестане. Мы сами занимаемся производством документальных фильмов, посвященных, значит, нашим научным исследованиям и истории. И вот мы в Туркестане снимали совместный проект с вашими кинематографистами. Вот, по-вашему, в чем секрет хорошего фильма? Есть какая-то формула? Успех? Девушка, можно потише? Успех? Успех, значит, хорошего фильма, когда он нравится зрителям. То есть, если зритель нашел для себя что-то интересное в твоем фильме, то это уже успех. Ну и вторая составляющая, конечно, это финансовая, наверное, часть. Когда фильм, если он финансируется государством, то он имеет как минимум отдачу в прокате, если мы говорим о художественном фильме. То есть нельзя просто так финансировать художественные фильмы. А, конечно, научно-популярные, документальные фильмы, они в любом случае, анимация, она должна поддерживаться государством. И ваше пожелание всем участникам и узбекистанцам? Искренне верю в то, что подобные мероприятия, как кинофестивали, проведение научных практических конференций, это тот фундамент, на котором строится дальнейшее развитие. И поэтому я желаю всем участникам, чтобы каждый для себя сделал выводы, нашел новые знакомства, новые партнерства, и в будущем, чтобы это приносило какую-то общую пользу. Спасибо. А визитную карточку можно? Да, конечно.